Мы находимся в квартире Булгакова, и, конечно же, самое главное место – это кухня. Правильно? Пойдем и посмотрим, что было на кухне Булгакова. В квартире жило 10 семей, и у каждой семьи было по своему отдельному столу. То есть этот маленький столик на семью. Всего порядка 30 человек жило в квартире. И какой элемент, мне кажется, самый интересный, это вот этот аппарат, который использовал кот-бегемот. И Джулия упоминала Аннушку, которая разлила масло из, не, конечно, не из этой бутылки, но приблизительно такого плана. И вот есть еще такой интересный элемент в этой кухне, он тяжело объясним, но я думаю, что он, наверное, рассказывает каким-то образом о советской реальности. I guess that's it. Thanks.